Дорогие наши зрители, а также просто подписчики нашего YouTube-канала. Мы рады вас видеть сегодня с нами на нашем канале. К сожалению, мы спешим с вами поделиться очередной печальной новостью. Сегодня речь пойдет о нашей любимой российской актрисе Яне Поплавской. Всем известная российская актриса снималась во многих российских сериалах. Многие из вас являются ее большими фанатами и поклонниками. Вчера вечером страшная новость пришла в дом Яны Поплавской. Пришли результаты анализа ее медицинских проверок, где было указано на то, что у Яны Поплавской обнаружено тяжелые заболевания. Яна Поплавская была шокирована от этого. Никто этого не мог ждать. На данный момент пока никто не прокомментировал эту ситуацию, да и сама Яна Поплавская пока умалчивает о подробностях этой трагедии. Хочется верить на то, что с Яной Поплавской все будет хорошо, и медики все-таки окажут ей помощь. Также нам стало известно о том, что ей рекомендовано уехать из России в Германию для того, чтобы начать там срочное лечение. Так как лечение в России на данный момент пока неэффективно. Обо всем остальном, дорогие наши зрители, уже завтра утром на нашем канале вы увидите продолжение данного выпуска. Будьте всегда с нами, подписывайтесь на нас, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие выпуски. Ведь у нас каждое утро выходят интересные новости, которые мы делаем только для вас. До скорой встречи, дорогие наши зрители. Будьте всегда с нами.